Спецтехнику переоснастить, на склады завести реагенты, песок, соль и бионорд. Несмотря на плюс за окном, коммунальщики по поручению главы Самары вовсю готовятся к зиме, чтобы первые снегопады и гололед не застали врасплох. Механик МП благоустройства Анатолий Кудряшов говорит, он и его коллеги готовы по первому требованию. Техника будет работать круглосуточно, простой исключены. Так, в Ленинском районе за каждой машиной закреплено 3 водителя. Все водители знают, предупреждены, если вдруг даже в ночное время выпадет снег, то есть все готовы прийти по первому звонку, и у нас и вахты, и все, будут доставлены сюда, и будем убирать снег. Прогнозы синоптиков пока оптимистичны, но это пока. В Екатеринбурге сегодня из-за снега автомобильный коллапс, более 100 аварий. В нашем регионе минусовая температура ожидается в конце этой недели. Первый вице-мэр Владимир Василенко на общегородском совещании поручил МП благоустройства зарезервировать на базах в каждом районе по 2 груженных пескоразбрасывателя на случай гололеда. Уже сегодня 80% спецтехники готовы для работы в зимних условиях. Остальные машины работают пока в летнем режиме. Как только погода изменится, их оперативно переоборудуют. Кроме дорог, в порядке должны быть и контейнерные площадки, и подъезды к ним. Ответственность района и управляющей компании. Это понятно, да? Владельцы контейнерной площадки. Уборка от снега и подъездных путей. Чтобы потом мы с вами не разговаривали. А сегодня подумайте, чтобы там не парковались автомобили. Чтобы мы потом с вами не сидели там в группе перевозчики и не объяснялись. Говорили на совещании и о наличии на складах песка, соли и спецсмеси против гололеда. До конца недели на складах компаний, обслуживающей жилой фонд, будет проведена ревизия, у кого чего не хватает. Есть моменты по отдельным управляющим компаниям, где закупили только песок. В ближайшие 2 дня будет проведена проверка и приняты конкретные меры для того, чтобы эту ситуацию с управляющими компаниями провести работу, эту ситуацию поправить. Новинка этого сезона – 8 машин со спецбаками для увлажнения реагента. Смоченный антигололедный материал будут разбрасывать на дороге. Это снизит его расход на треть, ускорит плавление снега и, следовательно, очистку дорог. Эксперимент пройдет в центральных районах города. На ноябрьские праздники составлены графики дежурств как в муниципальных предприятиях, так и в управляющих компаниях. Сергей Кизоркин, Инга Пенер, Сергей Баскин. События.